Вслед за Акимами отчитываться о результатах своей работы перед населением вскоре будут прокуроры городов и областей. Планируется, что видеозапись со своими докладами каждые полгода они будут публиковать в социальных сетях. Так граждане смогут оценивать эффективность сотрудников надзорного органа. Об этом сегодня на встрече с предпринимателями сообщил генеральный прокурор страны. Как отметил Жак Апасанов, в ведомстве также будут жестко пресекать незаконные проверки и защищать деятельность бизнесменов. На встрече, к слову, коснулись и темы конституционной реформы. И все время мы говорим, что 26-я статья никакого отношения к земле не имеет. Про землю пишет абсолютно другая статья. Не 26-я, а 6-я. Шестая как осталась, она так остается. Никто туда поправки не вносит. У нас законы без поддержки народа не принимаются. Вот, в частности, мораторий на землю. Президент волю народа услышал, до 2020 года объявил мораторий. То есть у нас ни один закон, он, который работает против народа, он не принимается. Поэтому здесь не должно быть никаких сомнений. Вскоре весь уголовный процесс планируют перевести в электронно-цифровой формат. Эта мера, по словам Жака Пасанова, поможет снизить бюрократию, обеспечит прозрачность и даст возможность оперативно реагировать на жалобы казахстанцев. Как отметил Жак Пасанов, сейчас в ведомстве стремятся не только изменить систему менеджмента, но и сознание сотрудников. По словам генерального прокурора, надзорный орган примет меры для того, чтобы конкретными действиями добиться полного доверия граждан.